Всех привет и правильного просмотра. Продолжаем проходить тактический футбол наш. Ну что, у нас с первым местом мы будем играть Черкесск. Ну ладно, что тут у нас по сообщению написано? А, это мы знаем, это тоже мы знаем. Трансферы закончились, такая фигня. Это лучший трансфер вообще, который в данный момент 31 миллион 900. Ну, можно сказать 32. За 32 миллиона тут у вас 22 года у кого-то купили. Офигеть, вот это вообще деньги. И все остальное. Ну ладно. Так, что у нас вообще есть в нашем, можно сказать, развитии. Так, 17 лет, 7 лет, 22 уже, молодчина, просто колоссальные преимущества. Надеюсь, так, тренировочка, ты у нас так играешь, да? Это замечательно. Контракты, это понятно, что у нас есть люди, которые по Новому году еще тоже остались. Вот, и такие есть, как вот этот вот. Во, ты у нас вообще ничего не играл, да? Можно так сказать, да? Так, 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 так. Контракты. Команды, так. А, он у нас это, уставший. Он у нас уставший, в данный момент у нас не может он играть. А эти два вообще ничего не дадут. Эффекта никакого, блин. Ну ладно. Так, ну все, больше тут ничего интересного нету, да, ну что, переходим к матчу. Сыграем. Ну, так придется нам рисковать. Только надеяться на защиту, можно так сказать. Потому что больше нам нападения мы ничего не надеемся, тем более он старый у нас. Так, давай тебе дадим пас. Ну, я так и думал. Тут ничего такого нету, сверхъестественного, ничего не получится. Так, отнимай у него. Попробуй. Так и не отнял нифига ничего. Какие-то лебеди у них нарисован. У нас это арсенал пушка, как лондонский арсенал. Я вдохновение от лондонского арсенала получил. Можно так сказать. Так, ты у нас давай иди вперед. Прессинг. Не, подожди. Не-н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 е. Так, ты у тебя. Прессинг. Это отнимать у него. И не получится нифига. Ёб твою мать, это вообще отшиметь просто. Хороший пас, ничего не спорю. Я не помню, какой-то из них у него из молодой академии, а вот все равно толк никакого не дает. Вот это молодчин просто перехватил. Так, тут отнимут у него, это очень жаль. Погнали, отнимать. Ну, сейчас через сколько времени у нас скоро дадут этого нового молодого игрока. Да. Иди сюда, значит. Нам дадут скоро, через сколько, какое-то время нам дадут молодого игрока. Все, посмотрим, что он будет у нас, какое у нас развитие будет идти он. Да, супер пас. Но если с ними ничего сыграем, для нас это плюс будет, на самом деле. Ну, небольшой. Так, отнимаем у него мяч. Ничего не получается, жаль. Значит, надо было прессинг делать. Ну ладно, мы так хотя бы попробуем. О, это отнимет. Замечательно просто. Но только тебе они хоть, тебя они будут отнимать у меня. Но он отнимет в любом случае. О, перехват опять. Молодцы. Один-один, и он отнимает. Замечательно. Ну, конец первого тайма. Замечательно. Просто потратили времени на что. Владея мячом, они 70% владели все это время. Так, теперь они начинают у нас матч. Ну, точнее, тайм. А можно искать и матч, только со второго тайма. Ничего не получилось. Надеюсь, защита, давайте. Делайте, что хотите. Самое главное, не давайте ему забить гол. Замечательно просто. И вот это меня радует. Вот это вот, блин. 22 уже. 17-летнего у нас. А пас нельзя. Пас можно дать. Замечательно. Ты пробить сможешь? Да. Пробить сможешь, но только от этого никакого эффекта не дает он нам.
А когда они прокачаются точность своей, блин, столько времени надо пройдет. Такой командой любительскую лигу надо играть. Они здесь. Так, что теперь, мы ходим? Нет, они ходят. Блин, да фигово здесь. Беги сюда. Не получается ничего. Передаем ход ему. Это забить будет по-любому. Ничего у меня не получается через него пройти, блин. Это замечательно. Ты хотел у него пас отнять? Это нереально, ты чё? Давай тебе. Давай тебе дам пас и контроль. Ёпты, нарушение какое, а? Нет, не сможет нормально. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Даем тебе пас. Давай, забивай, бред, все-таки вратарь затащил. А прикинь, забили бы, а, 3 очка, а то ты команду получить, такой был прекрасный моментище. Так, опять мы ходим? Не, они ходят. Нифига он насквозь пробежал. Да это по-любому отнимет, тут думать даже нечего. Все, конец матча. 0-0. Продержались мы 0 с этой команды. Но даже ударов больше было. О, повышение у нас получает. Только ты чуть-чуть не хватило. А ты у нас что? Все по одному. Ты как-то не определился нифига. Это уже 48 защита. Где лет-то уже не знаю сколько, ё-моё. Вот улучшение у нас. 28... А, это уровень. 28 уровень. Так, улучшение, что у тебя есть вообще? Так, со временем футболист понял, так более эффективно тренироваться. Длительность в изучении... Изучение улучшит навык, талант уменьшает на 30%. Оставляйте после тренировки, отрабатывает навыки. Футболист понял, что он способен больше. Я вот и хочу изучить, пускай фанатов будет у него побольше у нас. У нас фанаты падают и падают. Ты только начинаешь у нас, да? Вот это бы выучить. Было вообще супер. Ну ладно, переходим дальше. Так, 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 у нас фанаты падают. Так, здесь мы продаж билет 1000 получаем, там. Это мы ничего не получаем, а вот это мы взяли. 4 славы у нас. А там надо 50, что ли, теперь славы, чтобы прокачивать. Ну, команда сильная, должны понять же, ё-моё. Одну победа, оно поражение. 2 мяча забили, 1 пропустили. Вообще просто разница огромная. И нас тут вообще нету. Жалко. Ну ладно, продолжаем дальше. Далее. Вот у нас следующий матч. Давай посмотрим. Отдохнул ты у нас. Должен отдохнуть, по идее. Давай выпускаем тебя. 32, 31, 28, 17, вот 19, вот он, еще один, 19-летний у нас. Блин, ну почему-то у нас это... Два месяца, 11 дней у нас. Без класса. Жалко. А вот это у нас уже... Карьера футболиста.
2 гола, 3 отбора. 18 на 19 голов забил. Да-да-да, в прошлом сезоне он был вообще суперский. Прям 32 года, так неохота терять таких игроков на самом деле. В данный момент у нас вообще нету замены. И вратаря надо потихонечку уже, вот тебя. Да, ты у нас вратарь, да, вот у нас вратарь. Даже, а вот это интерес большой. Ну только, блин, я опять не заметил, что надо ему опять дать отдохнуть. Чё ты не отдыхаешь-то, я не понимаю его. Не, вот и матч надо где выпустить. Это в любом случае, все. Так, матч. Играем. Так, пас. Ничего не получается, это кто такой у нас? А, ты уставший, вот чё, блин. Из-за этого он вообще не может ничего сделать. Тогда все ясно и понятно. Тут даже думать нечего. Его надо менять. Не, пускай сыграет первый тайм у нас, а там потом уж поменяем уже. Игра у них тут расстановочка какая-то странная. А что он делает? Пушечный удар хочешь сделать, сотворить, я не понимаю. Так, ты давай прессинг на него. А ты отнимай у него мяч. И уходишь на контроль. Вот тут слишком много их, а они в любом случае вот два прессинга и все, и отнимают нас мяч. Придать. Что надо было ему дать. Ну и это сюда пришел. Нифига себе поворотище. А это будет отнимать в любом случае. Потом мы его подвинули от ворот дальше. А этот вообще бежит и бежит, бежит и бежит. Так, теперь наши действия, да? Не удивительно нифига. Даем тебе пас. Блин, оно действие осталось. Давай, решайся, ё-моё, а. Так, действие одно, только сюда забежать, да? Я говорю. Так, давай ты прессинг включаешь на него, а ты у нас отнимаешь у него мяч. И ничего не получается у тебя. Нифига себе поворотище. А ты сюда бежишь. Больше кучнее будем по центру. Это все пробегает дальше. Так, это пас, он проходит в любом случае. Это сюда пробежал, молодчина просто. Как было опасно-то, а? Угловой будет. Но было опасно, очень опасно. Я обалдел просто. Не, даже не-не-не. Ты вот его будешь? Ты тоже его будешь. А ты его будешь. Не, это выиграл Павла. А, не проходит нифига, замечательно просто. Конец первого тайма, замечательно просто. Мы опять дома играем, у нас деньги будут. Получим денежек. Так, теперь они начинают первое. Блин, это как хорошо забежал сюда было. Ну вот это очень опасно, их места менять. Окей, пас. Еще один пас. Давай, ты тоже забить гол. Нетушки, ну как так, а? Ну блин, это вообще просто издевательство. Сам у нас нападающий. Почему, вот я не понимаю, я ему дал отдохнуть, и даже, если не ошибаюсь, на два матча. Вообще здесь он не отдыхает, я не понимаю.
Понятное дело, контроль, все, конец мира. Так, ты, значит, иди сюда. И все, ход заканчиваем в данный момент. Он дает сюда пас, я думаю. Это сюда пойдут. Да, навес просто суперский. Ну, если сюда подойдет. И дает пас кому-то из них. Или контроль делает. Не, сюда переходит, нифига себе. А мы попробуем отнять у него. Ну, с нарушением отнимаем. Супер просто. Еще желтый наш Жданов получил. И Жданов у нас тоже уже отдышка. Вообще просто супер. Ну что, мне что ли? Нет, ты иди сюда. Сюда. Вон, сюда давай. Вот так будем. Я таки думал тебя сюда поставить. Ага, обойдетесь. Ну, это отнимает в любом случае. Теперь наш ход. Не-не-не-не. Так, ты у нас давай прессинг включаешь. Ты у нас отбор делаешь. Давай. И даешь ему навес. Ёпта, охуенный навес на самом деле. Прям замечательно. Ну все, они навес дают, и тут уже все, конец, да? Нет? Ну, значит, вот это последнее, что у нас есть. Ё-моё. И мы пропускаем. Само в конце матча. Просто изумительно. Кто знал такое возможно, да? Так, это у нас повышение получает 50. А, это 50 у нее есть. 2 плюс 52 получается, да? Молодчина просто. Так, 8 уровень теперь у нас. 6-1-1-1. Все, короче, тут 7. Тут 23, тут 5. Тут вообще он какой-нибудь универсален. Он в защите может сыграть, и тут может, и там сыграть. Вообще супер. Ну ладно, все, окей. О, улучшение. Очуметь просто. А что, больше нечего нам изучать. Так, прокинуть мяч, подкат, игра головой. Склонится максимальный. Прокинуть мяч, футболист прокидывает мяч между ног противника, стоящих перед ним, и быстро оббегает на одну и две клетки. Сразу после успешного выполнения навыков по лайну пас точно увеличен на 50%. Ну, значит, себе, значит, так будем качать. 1 год, 4 месяца, 2 дня будет качаться это все. Понятно. Тебе все, ты тебе нападающий считаешься, да? Если вот так примерно. А, я тут ничего не смогу сделать. Так, 1000 получаем. А почему у нас фанат? А, фанат у нас за бонус игроков. Так, 1-0 мы проигрываем. Мы уже в жопе сидим. Опять. Ну что, далее. Так, далее, что у нас дальше? Матч. Ну это уже, кажись... Подожди. Сейчас идет сильный дождь, и после поля не очень хорошее состояние. Будь осторожен, вероятность нарушений не увеличена, а пару от вас уменьшит. Спасибо тебе большое, прям мечтал таких. Ну давай посмотрим, что у нас вообще есть. Так, ты у нас меняешься в любом случае. Так, и Жданов у нас тоже надо поменять, да? Это пас нужен, хороший пас. А пас у нас нигде ни у кого хорошего нету. Это вообще просто у нас это должен быть нападающий. Мне нужны люди с хорошим пасом. Можно так сказать только, и все. Так, где тут история, это понятно. Так, развитие, вот оно, развитие здесь, да?
Уровень молодого футболиста 1 из 1, уровень молодого футболиста 1 из 5. И до 500 мест не, до 50 надо, блин. Я хочу. Вот это вот, я думаю. 10% надо улучшить. Чё, сидящие у меня там в запасе были. Ну ладно, переходим к матчу. Играем. Последний матч у нас будет в этой серии. О, дожик, дожик, дожик. Ёб твою мать, у нас форма-то одинаковая почти. А я что не посмотрел, нифига это. Ну, такой стадиончик-то нормально такой уже. Интересно, сколько вместимость этого стадиона-то, а? И мы пропускаем на 6-й минуте. Просто супер. Просто супер. Так, у нас осталось... А, сука, отнимает. Но зато мы здесь начали. Будем играть. Так ты иди сюда. И тут стой пока. Нифига у нас Кость пробежал всех. Все. Уже 2-0 на 20-й минуте. Вот этот дождик, блин, дождливое время года поперло нам. Сюда. Сильный удар. Нифига ничего не удается, жаль. Мяч теперь у них опять. Да, я чувствую, из этой третьей лиги мы вылетим на все четыре стороны. Прям предчувствую этот момент. Так. Давай, пас. Не проходит пас, блин, надо было ему давать. Отбор. И контроль мяча. А, я забылся, точно делал. О, нарушение, правильно, молодцы. Давай в том же духе. Так, что у нас здесь? А, он сначала ставит, да? Теперь мы ставим иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Пас. Короче, нифига нам мы не сможем сделать без этого основного нападающего. А основной нападающий у нас почему-то он не отдыхает. Я вот не понимаю, почему у него вот энергии не хватает постоянно. Я вам даю больше отдыха, чтобы он отдохнул. Все, конец первого тайма. Закончилось 2-0. Мы прилетим с этим матчем. Полноценным, блин. Не готовы к этой лиге мы. Если я вот так. Итак, у нас тут два игрока. Давай сюда иди. А ну, все смог пройти, а второго нет. И теперь они ходят. А, прошел. И второго проходит. Нифига себе поворот событий. А, не проходит этот удар. Ну ладно, я надеюсь, вот этот нападающий, который у нас стал нападающим, блин, сейчас навыки подбросит свои. Увеличит. И надеюсь, он будет в будущем нормально. 19-летний данный момент сейчас у него. На будущее, возможно, может какой-то будет у нас. Так, подожди. Нам сюда надо. Прессинг. А ты отнимаешь у него мяч. Не, 41 у него. Нифига себе.
А, не проходит. Но только от этого никакого нету. Да, а тут пас у нас проходит. Так, что я могу здесь сделать? Не-не-не-не. Ты у нас вообще так ходить не можешь. Иди сюда. Нет, не проходит ничего. Жалко. Все, конец матча 2-0. Мы в первом тайме как проиграли, как и проиграли. Что можно сказать, все. Прощай, это лига нам. Это 8-й, это 7-й уже. Че у тебя тут есть вообще? Защита, 15, точность. Тут пас только один. Че у тебя пас-то фигово вообще просто? Подожди, у тебя че? Блин, так и не посмотрю, нифига я. Вот у нас повышение получает. Улучшение, так. Где вообще у нас стоишь-то? Ну ладно, там посмотрим сейчас в навыках. Минус 11 фанатов. Супер просто. Так, 13-2 остаются, потому что у нас любимчики есть. 2-0 мы проигрываем. Третья лига, мы в жопе находимся уже. 8 очков у нас вообще. Ладно, окей. Дальше что у нас? Так, улучшение игрока. Сейчас. Улучшение тебя, да, я так понимаю? Ты у нас кто вообще? А, ты у нас вот тут посередке стоишь. Понятно. Значит, тебя будем улучшать. Вот это сделаем. Вот получает у нас он уровень футбол, футбольный, короче, с 13 до 15 получает. Пас прибавил у себя и точности. Замечательно просто. Это просто замечательно. Да, это уже устает у нас. Так, иди ты сюда, значит. Блин, это нажал я. Мне 30 лет вообще не нужен, продать его нафиг надо. Ну, развитие, конечно, прикольно, но у нас вообще у нас ничего нету. Только вот это вот, она бронза у нас есть и все. Отчуменно, да, просто, блин. Супер, мое развитие. Ну ладно, это только у нас второй сезон. Так, давайте продолжим, тренировка все пройдет. После долгих тяжелых тренировок закончил изучение навыка обновой финт. Нифига себе здесь поворот. Переход какие-то здесь стоит у него. Форма. Вон и наконец начинает уже отдыхать. Еще один матч, и следующий матч ты можешь выйдешь у нас. Так, кто у нас Жданов? Идешь обратно сюда? Даже я не того. А да вот так сделаем, а? А даже а ты 18-18. Вот это лучше, я думаю, будет. Давайте вот так попробуем сделать. Давайте, может, поменяем местами? Вот так поменяем местами, о. Не будет все замечательно. Вот так вот, я думаю. Просто супер. Ну ладно. Вот на этой ноте мы остановимся на этом матче с Владимиром опять. А мы с Владимиром, кажется, играли раньше, да? Он из нашей лиги, если не ошибаюсь. Так, клуб. Да, второе место занял у нас. Да, защита у него прикольная. Нападение нормально.
Понятно все. Ну ладно. На этой ноте мы уже остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всего удачи вам и пока.